Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала «За Россию» в Sid Meier's Civilization 5. Если вы смотрите эту игру не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней, чтобы быть в курсе происходящего. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра. Блин, не понял, куда... Чё, похоки такая вредная? Скажи англичанин. Расскажи мне правду. Блин. Кохи, я молодец. Ты так просто не проведешь. Вот видит то, что я нуждаюсь, и все равно жмосится. Блин, откуда вот эти две триремы приплыло? Что, самонуждающиеся, что ли? Угу. Ой, что-то я тебе не верю. Ну ты посмотри на мои денег, у меня денег нет вообще, прикинь. И что теперь? Сейчас я, наверное, должен прослезиться, бедный Сиус. У него совсем нет денег. Да, и дать место этой ГГшке. Mm-hmm. Как на это смотришь? Зато армии сколько у тебя? Да пофигу ей на армию, это как Кохи. Вообще пофигу. Какая Кохи? Вот со всех сторон обложил ее, ай, похрену. Главное, 14 защиты только, а все равно не дает. Когда ты Кохи обкладываешь или меня? Кохи обкладываешь. А, Кохи. А точно. Там вообще рядом вам одинаково, кого там обложить. Ты думаешь, что рабочий повлияет на Кохи, и она быстрее тебе дань даст? Если ты другим. Да. Дурацкая карта, конечно. Да, я согласен. Но с другой стороны, надо придумывать какие-то другие варианты победы. А то как-то одинаково все то же самое. Хорошо, если у тебя есть время, я придумаю что-то. Все, хана тебе, все. Покеда, Англия. Лондон, гудбай, Лондон, гудбай. Девочка, ночь меня называй. Чё-то почему-то у меня Кармен Слады Дэнс. Игра была хорошая. А что, ты вообще никакую армию не строил, что ли? Укреплена уже, 54-й ход. Да, армию я строить я строил. Дело в том, что это не помешает никак. Там что, сразу два чуда на веру? Я не знаю, что там происходит, но это охренеть, 54-й ход. Не, 54-й ход нормально. Кайлас с плюс 4 это сколько? Плюс 12, что ли? Я уже забыл. Это цифра, откуда вы тянете? А кто это вообще? Это арабы придумали вот эту фигню с цифрами. Во-во-во, да-да-да, я тоже. Раньше были цифры, как цифры, например, у Рима, да, тут придумали херню. Подождите, это англичанин выносит, да? Да. Ну как, ему войну объявили. Он как бы всю игру... Я не знаю, какая там ситуация, честно говоря. Англичанин, может, ты мне дань заплатишь? У тебя есть деньги. Где-то мучились как Кохи и все это. Гениально. Придумай что-нибудь еще. Не знаю, что придумать еще. Я думаю, кому бы дань заплатить? Оказывается, это Сириус надо. Византии можешь. А Византии еще могу. Еще какие предложения? Да заплати всем, что ты... По-моему, у тебя 300 голды, это хватит на всех. По чуть-чуть так.
Я не гордый, как бы. Могу и немного поменьше, чем остальные, принять. А золото у кого-нибудь есть? Ресурс роскоши, я имею в виду. У Англии. Ну и у Кельта. А двойной будет у кого-нибудь из вас? Ну, надеюсь, скоро будет у меня. Это да. Так ты же говорил, у тебя золота нет. Или оно англичанин? Нет, оно у меня англичанина одно. А, не одно у него, ну, в принципе, два там. Англичанина, ты не хочешь поменяться золотом? А, тебе незачем будет. Чего? Чего? Потому что я могу пряность соль дать. Ой, пряности мне уже не нужны. А там никто англичанину не хочет помочь? Или там без вариантов? Он не может. Кахоке может. Без понятия, где этот англичанин. Может Кахоке. Походу где-то слева. Ну, а Византия далеко оттуда? Далеко очень. А где Византия вообще, кстати? С Австрией, что ли, на пару? А я не знаю, где Византия. Он говорил, что знает, где я, а сам не признается, где я, он. Я, короче, над Миланом и над Киевом. Окей, скажу. А это какая-то новая такая фишка? Специально никого не находи, чтобы никто не знал, где ты, или что? Так, блин, там проходы в одну клеточку. Ну, ты же в курсе, что ты чем больше людей найдешь, тем дешевле те техи будут. Так, на всякий случай напоминаю. Да тут просто своих замочек полно. Сириус, где тебя там побили? Меня все бьют, кому не лень тут. В переулке Зальцбурга или что? Да. Бьют гады. Не жалеют. Да, судя по тому, что кельт первый по производству, англичанин последний. То победит дружба. Англичанин, ты города отъедаешь, что ли? Да, караванчики пустил. Была такая мысль. Главное нацколледж поставить. Ой, то есть не поставить город до того момента, как нацколледж не будет построен. Уже 5 ходов прошло, я считал. Вот сейчас идет рабочий обрабатывать слонов. Хорошо, ждем ваших слонов. А то я думал, может, с кельтом поменяться. Ну, о, и... кельт всегда готов. Я ж не могу тебе запрещать с кем-то меняться. Сириус, не надо туда бежать. Не меняйся с кельтом. Вниз. Куда? Вниз? А что там? Столица типа у тебя? Да, не хочу, чтобы... Так мы можем меняться посольством, ничего. Рано пока еще. Да ладно тебе. Че, я думаешь, не знаю, сколько у тебя стольный? Ну знаешь, не хочу, чтобы ты смотрел. Подглядывать будешь там. Ой, я такой фигней не занимаюсь, я вообще отстаю. По науке. У меня денег нет, у них 11 вход. А у тебя только что было 16%. Смотри, денег сколько. Это в ходу не 16, а 15 было, это точно я помню. Ты был на первом месте по грамотности. Говоришь, что отстаешь. Давай, кыш отсюда.
Ладно, ухожу. Я там побитый, пожалею. Сердце кровью обливается, смотря на это. Да. Ничего себе. Я думал, там подольше будет. Совести нет никакой. Индюк тоже думал. А чем ты там защищался от пиктов? Да, ничем фактически. А чего так? Что-то я как-то не ожидал так быстро. Такого быстрого развития событий. Ну, а мы где с тобой встретились, Лидекс? Не мы с тобой встретимся, а я тебя встречу и не скажу где. Не скажешь где? У меня был какой-то долгий поход скаутом во Средиземелье, как-то, да? Три... Не русский, это тяжело говорить. Лидекс, три хода. Хорошо. И даже вправо не пройти. Ну не хило у тебя там столь, скажу, холмов тебе дофига тут. Сказать честно. Я вам всем честно скажу, давайте там Сириуса напрягайте, пока можете. А то потом уже не сможете. Опять Сириуса напрягайте, ну что за дело? Зашибись, столь чужой забрал, даже спасибо не сказал человеку. Ну скажи человеку спасибо. Спасибо. Ладно, не напрягайте Сириуса, он хороший человек. Во, другие разговоры уже. Ну, напрягись, давай. Блин, еще и закликал меня. Закликанец. Это по-русски нормально, а то меня так научат разговаривать, а потом употреблять. Закликанцев всяких. А куда караван у тебя делся? Ого, я за ним туда приплыл. Что ты делал? Что ж ты раньше не сказал, я его удалил. Эх, знал бы, оставил. О, дуболом-то я что-то обратно пришел, да? Гадить, видимо, идет. Я тут нашел еще места, где руины сохранились даже. Что, передаешь кому-то наследство, да? Эти места были резервированы. Значит, мне не дал ты. Не, ну слушай. А жирно не будет? Нет, так читочка. Попа слипнется, да, не надо. Давайте сохраним. В смысле, попу сохраним? Ну, попу Сириусу сохраним, нормально. Видишь, какой дружественный коллектив собрался, Сириус. Даже попу твою жалеют. Чуть-чуть я не успел выйти в метких. Вернее, вышел, но поздновато.
Слушай, Индус, а ты планируешь религию распространять как-то? Или ты так на самотек пустишь? Это зависит от ваших сильных пожеланий. Очень. А хотите? Легко. Прям вот. Легко. Что такое сильные пожелания? А как ты определяешь силу пожеланий? Я сижу сейчас и перевожу. Знаешь, как меня это напрягает? Вот я сказал, ну, по-моему, нормально, но в общем, все так. В общем, давай. Я сильно желаю, чтобы ты мне принес религию. Достаточно сильно. Я что ходов 5 я на ГГшек, вот этих всех, трех. И тогда они там уже тебя задают, я думаю. Так а чё не на меня? Далеко. Ну одного приведи в Москву, ну, так хотя вот, бы. Так вот, на ГГшек как раз тебе не получится. Ну что, англичане, долго там еще держаться будешь? Я. Пару ходов. Ой, а чё мне? Я убил сейчас у тебя его? Или ты успел? Да, конечно. Дать? Если бы ты его убил, ты бы веру получил. Вот и я думаю. Чё мне сейчас веру не дали? Чё за хрень? Не заработал. Сам знаешь, Винкс, Англию оставлять нельзя. А, это ты услугу всему миру сделал, я понял. Ну, да. В этом, это тоже, конечно, но что-то я просто вообще на авось сыграл. Знал, ну, же, ты знал, Йорк же, впервые что... ставил, тебе надо было ставить, где Кардифф ставил. И тогда бы мне там пройти бы вообще никак в этот перешеек. Да, Серёж, а ты... да. Да, все так и надо было делать. Караулил. Я видел твоего пикта, поэтому я не пошел дальше. И пикт твоего видел, ну и плюс у тебя воля. Все-таки воля, это как, почти как дуэль получилась у нас. А я решил побаловаться, в традицию поиграть. Имея по соседству пикта. Кельта, вернее. Что в принципе одно и то же. Ну, да. Это да. Ладно, пошел я. Всем счастливо. Ну а чё? Спасибо за игру, удачи. Потеряй еще город. Чё ты? Посопротивляйся до конца уж. Досиди. Нечем, уже нечем. Ну вот, видишь, Братислава, Леша, Братислава уже наша. Так что давай. Всем, всем удачи, кроме Сириуса. Сириус, извини, тебе поражение желаю. Спасибо за честность, откровенность. Так, давай. Спасибо за игру. Спасибо. Все счастливо. Пока-пока. Ну я не знаю, англичанин и кельт меня нашли. Но насколько далеко они от меня, я без понятия. Серьез, ты со своим этим скаутом чешется, а то он сейчас умрет. Насколько я понимаю, это что австриец? Я ближе к нему. Это не австриец, это добрая Индия. Какой скаут? Усидный который?
именно он. Вот пускай назад идет. Так ты меня откуда видишь вообще? Ну вот ну, я-то вижу, я зрячий. Вот могу показать отсюда. Ровненько вот так, как пришел, так и назад. А то я агрессором не доверяю. Ты там уже? Ты там уже, да? Я там уже, да. И тебе ко мне никак не съесть. Сам понимаешь, да? Ну мне так не хочется четвертый город вот тут ставить, вот прям, а больше негде. Мы договорились? Да, окей. Надо одну клеточку нельзя посмотреть. Вот ты уже намного посмотрел. Да я не нашел, я кроме Сидны вообще ничего не нашел. Вот ты... А влево можно я пойду хотя бы? Нет, влево тоже я, вот это все я, там дальше тут. Вообще левее, ты где вообще, правее, выше? Я левее и выше. И правее. Я везде. Ну вот если назад пойдешь, то точно мы с тобой ссориться не будем. Ладно, я приду влево, окей, договорились. Берёз. Все, вот, хожу обратно. Взял, объявил войну. Внутри диска. Иди. Ну ты скажи, что ты тут скрывал, блин? То, что ты золото, скрывал, ничего, скрывал, ничего не скрывал, иди домой. Мы ж не хотим ссориться, я же говорю. Нет. Ага, нотинги. Рабочих надо больше. Сколько у Сириуса городов интересно. Фига себе. 7 городов у кельта. Он прям на пути к миллиону. Лёш, ты мне сказал в самом начале, там какая-то, какой-то крутой город есть. Типа надо, да, и он теперь поставил себе задачу. Да. Кстати, не знал про эту ачивку, надо ее набить где-то. Сириусом возьмём играть. 35-й сказал вроде, да? А не 33 города разве? Я не знаю, я такой фигней не занимался. Ну я их вообще не знаю, эти ачивки, просто падают. Хотя уже хороший год не падали. Ну зачем ты со мной ссоришься? Менялись бы люксами. Я тебе объясняю, иди назад, мы помиримся. Все, ухожу назад. Это не назад. Назад же? Назад. Назад это вот Сиднея отправа, вниз и туда. А там Лёша, я за Лёшу тоже волнуюсь. Ты не буду я Лёшу трогать. Ну конечно, ты это не хотел трогать. Не, давай, правда, ну иди, ну зачем тебе мёртвый скал? Оживай. Я еще раз спрашиваю, мы договорились, назад идешь? Ну я влево иду, ну понимаешь, что разведать? Идешь, я понимаешь? Не встретил, хорошо, где находится Never Ever Life? Нету, здесь его нет, я его даже не нашел. Куда очень далеко. Интересно, от тебя что ли это? От меня нет, от меня вот это куда ты идешь, это единственный проход, и там все равно будет только Леша, и все. Да Леша я уже встретил. Ну ты через него не пройдешь, а туда ты тоже не пройдешь. Ну я тебе говорю, это тупик. Ты не пройдешь. Да? Ну, в общем, идешь назад или нет? Ну, я ухожу влево, я хочу влево разведать, понимаешь? Он же тебе объясняет, что нету ничего влево.
Вот, видишь, ну нет, убедюсь в этом. Уйду. Карту хочется вот открыть мне. Слушай, ну тогда я на тебя нападу, если ты влево придешь ко мне. Киси Вармонгер. Я в каждом разведываю территорию. Ну, ухожу ладно. Я ухожу. О, договорились. Лёша, выдохни. Фуф. Всё, мы Вармонгера прогнали, целого одного скайла. Это византиец, да, построил? Да они там вон с Австрии на перегонки чудеса клепают. Сам разбирайся. Сам разберусь. Донесись, а где тебя найти можно? Нигде. Где тебя есть? Нигде. Да, нет, нет, нет у меня на этой карте, нету. Я хочу просто тебя встретить. Лапу. Ну, я твой Йорк вижу. Тебя это радует. Твой Йорк вижу. Ты что, выше Англии? Да нет, просто мы посольство обменялись. Ну, как бы я примерно понимаю, как тебе проплыть. Спасибо, обрадовал. Они все плавуны. А слушайте, а кельт ставил на внутрь, ну, как бы на море, никто не помнит. Кельт на море ставил. Он же говорил вначале, помнишь, что мы с ним вдвоем, типа, против Англии на море. В итоге оказалось, он один и не на море. Теперь получилось, что Лёша один против Сириуса на море. Ну, не знаю, тут судя по тому, что... Да, судя по тому, что я исследовал, мне кажется, нет. В смысле, решил обойти, да. Давай направо. Я тебя что, провожаю просто так, что ли? Я думаю, да. Я думаю, я тебя встречу внизу. Издеваешься, да? Он пошел налево, да? Ну, он пошел сильно, я пойду сверху. Давай тогда на мировую. Я отсюда уйду, если ты мне покажешь Эльдорадо. Я хочу получить свое счастье. Нету Эльдорадо в этой карте, Леша, ты обманул. Да, Сириус. Просто я хотел, чтобы вы индуса помогли мне вынести. Нафантазировал про Эльдорадо и про Петру. Что? Да, вот такой он конфликтор. Лёш, ты там говорил, что-то у тебя будет на обмен. Ничего нету, не пришло. Ну, я с индусом обменялся. Сейчас тебе надо подождать пока. Так и быть, но ты уходишь вправо. Ну, ну дай хоть немножечко посмотреть. Я уже посмотрел. Да не на тебя, к тебе не пойду, я понял, ты агрессор. Объявишь войну потом. Леш, он к тебе идет, я ничего не могу сделать. Он никак не покупается на уговор. Окей. Ну ничего, у меня 10 ходов, и я его зажму со всех сторон. Ну что, сейчас стрек улетает уже. По науке. Да. Ну, по демографии видим, кто улетает. Ну, как бы... У меня-то... Подожди, как он улетает, если у Англии 17, у него 21? Ну, 4% уже. Он уже этот колледж построил. Блин, 66-й ход. Я думаю, все нас колледж уже построили. Ну как, воля великая, она не очень расположена. Ну, кроме Сириуса.
Мобильное приложение 2GIS – один из лидеров среди бесплатных программ в категориях «Навигация и путешествия» в магазинах всех мобильных платформ. Так что я рад, что это видео выходит при поддержке 2GIS, ну а вам пора на сайт 2GIS.ru и скачивайте приложение под вашу платформу. 2GIS, если быть точным. Видишь, как бывает? Я тебя предупреждал, не ходи. Да. Все вот меня не любят. Уже пикинеров ты открыл, ничего себе. Завидно. Не представляешь как. Я-то не могу открыть их. Науки нет. Что значит? Есть? Один дальше пусть. А че это город с это сжег? Нафига? Ну. Не хочу пока его там иметь. Может, свой поставлю. Но город неплохой, соглашусь. А ты там топить делаешь, нет? Не сжигал бы. Чего я планирую? Допиливаешь ее, Елизавету? Да, по идее, должен. Надо туда сплавать. Может, там будет место для города. А, Илюша, ты его убил, что ли, да, стал? Да, с да. той стороны не прошел, теперь решил в эту пойти. Вот Византию. Я Византию ищу. Подождите, там что нет там? Нет никакой Византии. Ты бегаешь вокруг Вены и пытаешься найти Византию. Как такое может быть? Короче, индус, это повторишь, когда они закончат кричать, потому что я не слышал, что ты мне говорил. Я подумал, тебе помогать. Ну, если там нету больше... Вот там, смотри, бежит... Слышишь, бежит за моим это скаутом она, его она, пикт. Она просто одна, она тебе никогда не догонит. Можешь... Кто ты она? Слышал,
Нет. Серьёз, а вот эти пикты, которые за мной бегут, это женщины, да? Не знаю. Пикта это она или он, я ж не знаю. Не, ну там конкретно мужики такие, разрисованные, если ты приблизишь, посмотришь. Но они же в юбках, какие мужики. Ты с шотландцами путаешь. Серёз, ты уходишь? Подожди, подожди, Ухожу. Не шотландцы эти? Нет, я не знаю, где они. Вообще не здесь, где-то за Иерусалимом, по-моему. Окей, влево можно пойти? Влево иди. Сколько раз говорить, я над Миланом и над Киевом. А-а-а! Все, иду к тебе тогда. Сейчас слева только гляну, что тут. Там лагерь зачистил, надеюсь? То вроде да, но они ж появляются. Серьез, у тебя что вроде два золота должно было быть, да? Угу. Все, расскажите. До свидания, зовите. Пока. Елизавета, до свидания. Давай, до свидания. Блин, индус. Можешь эту просьбу выполнить, раз ты меня туда не пускаешь? Слушай внимательно. Зачисти этот лагерь тогда сам. Это какой? Который на побережье стоит. Договорились, дайте мне 4 хода. Окей. Слушай, Братислава даже не давит на Москву никак. Приведи ты ко мне в Москву просто. Да, 9 долларов. Ладно, поговорил. Тебе же баблишко будет. Баблицо. Баблище. И вот что мне теперь выбрать, чтобы в следующий раз употреблять? Баблишко? Ну сейчас я Манилу. Не, вот. Употребляй лит. А у нас не лит, у нас евро. Ну ты же не спрашивал, что у вас, ты спросил, что употреблять? Так я тут в природе. Блин, говняное место. Пойду вот стану, чтобы в Сирии бегал. Опять Сириус. Не знаю, кого из Сириуса строить. Вармонгера. Вармонгера. Давайте-ка мы в Питере лучше... А, я пока не могу, наверное, стейбл, да. Чем присоединить надо. Вот в Питере конюшня будет очень неплохо. Ну и в Новгороде ничего так будет конюшня. Леша, от Праги к тебе прямого прохода, я так понимаю, нет? Почему есть? Так это внутреннее море поставишь? А это не море, это... Нет, море? Я не очень понимаю твои вопросы. Какой? Вот внутреннее море справа от Питера, внутреннее море, да. А, ну ясно. Ну и справа от Москвы. Да. И дай туда не пойду.
компенсацию за убийство моего скаута. Окей. А я не убивал. Вот. И мы дружим с индусом. А что ты меня туда не пускал, скажи? Тебя же там нет вообще. Неважно. Лагерь, думал, я заберу твой. Ну и лагерь там сидит. Синай у индуса. Ну, я же говорил, какое-то чудо из этих. Да ладно, блин. Ничего, не было такого. А где ты ползаешь, что я тебя не вижу? Тебе сейчас скажи. Что, по морю там плаваешь? Вот скрытные. Перемещаюсь так, чтобы никто не видел. Сейчас мы этих скрытных будем раскрывать. Так, надо кого-нибудь поискать. Вот у тебя где Нантос, там как-то проход с другим людям, нет? Где Нантос? Нет, ты не пройдешь уже. Ну, если у тебя открытых границ нет, ты мне не предложишь хорошее предложение за открытые границы, то ты можешь дойти до... Очень долго можешь дойти до Австрияк и с Византием. Там реально так долго идти, что лучше не так идти. Так давай, иди туда. Я тебя трогать не буду, ты видишь почему. Так что иди, иди там разбирайся. Чего? Иди завоевывай там. Слышь, у нас храбрая воля. Еще честь нет. Возьми там. Проблематичненько тут. Так. Надеюсь, что-нибудь на производство добавится. В средневеку. Ты что, прям на горе живешь, византиец? На какой горе? О чем ты? Да не знаю, это тут вообще не пройти, тут кругом горы. Горы и ГГшки. Да, кстати, как там пройти? Через Милан можно пройти? Там можно, но там, походу, очень напряжно. Тут этих юнитов много. То есть там одна плита всего лишь, а через Киев две. Я думаю, просто сейчас ко мне пойдет... И горы вообще вместе. Кельт? Чем-нибудь, уверен, вот сюда. Знаешь, человек. Что-то в этом роде. Вечерная человек, да? Мне золото надо. Ну хорошо, давай, один на один, хочешь помочь? Это кто говорит? Это говорит... Кто говорит? Ну, индус. Ты с кельтом меняешься? Ну, тебе на вино один на один золото. А, окей. Подождешь? Блин, ну вот я ненавижу вот это. Ай, блин. Ну потому что Сириус мне кинул предложение, думал, что это от тебя. Я его принял. Ты предыдущее предложение не сказал же, то, что это. Не нужно золото, я тебе кинул золотом. На него ответил вообще-то индус в это время.
Ну, короче, у меня уже нету тебе золота. Ну, не надо, пацаны. Дуз, давай это, чё ты сюда пришёл? Ну, так направь, как там к австрияку идти? Да не пройдёшь ты уже, тут мои границы, понимаешь? О, хорошо, идём. Русские алмазики тебе нужны на золото? А, подожди, тебе золото надо. У кого там золото осталось ещё одно? Индуса? Индус, алмазы тебе не нужны на золото? Нет, спасибо. Я золото только с Лёша хотел поменять, и только один на один. Но, в смысле, в общем. Ну, вот теперь выпущу. Блин, где мне четвертый город поставить? Прагу захватывать нет смысла, Сидней захватывать нет смысла. Лёша, этот вот варварский лагерь я могу добить? Или ты сейчас со своим скаутом прыгать начнешь? Я даже не вижу варварский лагерь, поэтому... За бананами он стоит. Ну... Ну, как... ты меня предупредил, в общем, что там лагерь, да? Да. Нет, вообще, этим ходом я уже походил. Если ты хочешь сейчас его добить. Ну, тогда ты следующим ходом сразу не ходи. Потому что я думаю, сейчас его ударить или нет. Ударить, да? Следующим ходом я походил. Тогда можешь там дальше гулять, как хочешь. Ну, тут уже некуда гулять. Тупик, вот эта вот береговая линия идет наверх. И там нету прохода никуда налево? Нет. Ой, направо. Ни направо, ни налево, все тут уже. То есть к австрийцу и византийцу... Они оба внизу. Этот вот кусок земли, это все мое. Что вверх от этих вешек. Там полуостров. Австриец, давай ты дальше не будешь ходить. Развернешься назад. Мы с тобой встретились, будет все нормально. Как ты, австриец, пошел к нему? Тебе только до Киева дойти, да, дальше мы уже встретимся. А, до Киева, окей. Хотя нет, ну, слушай. Ну да, там через Киев проходишь, да. И все. Там кто-то есть у тебя или никого нет? Вообще никого. Не ГВшек. А где Лёша находится? Я тут не знаю. Там конец карты сверху. Я думал, он где-то здесь почему-то. Нет. Я между вами посередине. Представь букву W с жирными концами, левыми и правыми. Лёша, там такая выше карта. Будет София. Интересно. Отлично. Буква Ж. Ну вот правда через неё ты и попробуй выйти, потому что сейчас этот город ставлю. Хотя в границу можем открыть. Давай откроем. Так слева от тебя тоже нету никаких австрийцев, этих всяких византий? От меня? Ага. Нет, конечно. Они за кельтом. Выйти к ним. Надо кельта выносить? Да, надо, давай кельта выносить. Кельт, слышь? Я это не предлагал. Да ладно, ты сказал, надо кельта выносить? Что ли? Это такая фигура речи. Ну, видно, я опять остался непонятным. Или непонятным.
Да, индус, ну у тебя, конечно, место побольше явно, чем у меня. Для поселения. Плоско, знаю, вот это вот все. А тут, видишь, горы, тут тоже... Ну, у тебя плоско, но у тебя хотя бы клетки есть, понимаешь, есть, какие-то. Это да, вот это да. И там, где ты кричал Петр, ты вот туда потом сходи когда-нибудь, посмотри, как там все такое. А рядом с Миланом это столица или нет? Нет. Слушай, Австрияк, давай уходи, ты уже и так слишком много посмотрел. Я только Адрианополь увидел, и все. Ну, хорошо. Вот это уже много. Не позвонила Рожка, да? Да, да. Стоп, я же так не успею. А, печи. 2, 5. Ну, норм. Ну ты там хоть Петру построишься в итоге или нет? Какая Петра? Ты о чем? То есть вообще не нужна. Вообще бесполезное чудо, да? Бесполезное. Согласен. Ну и чё, Невер? Я даже шёл до Киева. Тебя опять не обнаружил. Я рассоюзил, он меня рассоюзит. Что? Да, подожди, я навстречу. Сейчас два хода. Сейчас всё будет. Киев рассоюзился. Прям как всё в реальной жизни. От Византии, да? Да. Он от тебя должен был рассоюзиться. Нет, в начале... По истории, он рассоюзился с Византией. А, если так, то... Все по каналу. А у тебя нет ни пантеона, ни религии никакой, да? Да, не на что, вы сразу пантеоны позабрали. А да, Лиддекс, я тебе, Катя, напоминаю про религию, принести мне. Может, там какой этот, барабудур, кажется, бахнешь? Хорошая идея, но я принесу тебя этим самым. Но. Ну ты понял, миссионер. Я вот сейчас вспоминал это слово. Есть у кого-то страшно. Какао? Что? Какао? Нам бы встретиться какао. С тобой. Да я даже не представляю, как это сделать. Видимо, до проплывания через океан никак не встретимся. О, триремка. Кельтская триремка около Софии плавает. Индус. И чё? Ну, не знаю, может, его это и заинтересует. То есть ты там можешь плавать? Я ж не знаю, какие там месторасположения. Блин, а ты уже ходил, Сириус? Я чуть не убил твоего этого разведчика под Киевом. А. О, привет, византиец. Как жизнь? Офигенно. Так, го, один на один с алмазиками на золото. Сейчас вы через парк не появится. Это была офигенная, пока тебя не встретил.
жизнь. Вы там можете кто-нибудь походить? Лучше Сириус, чтобы я прошел. Или нет? Или ты уже ходил? Ну, тебе же два, Слушай, так давай на Найт. Ну а что тебе нужно из Найт? Может, по секрету, там через Прагу кучка это идет, как это подозрительно к тебе воск. Зачем ты, Сириус, это делаешь? Она стоит на месте, эта кучка. Ну, видимо, ждет, когда 10 это закончится, да? 10 она ходов. Хочет в Праге что-то получить, а Прага говнится. Сириус, давай я тебя это научу немножко. Когда хочешь брать дань, этот генерал, он бонусов не дает. Да, я просто ставлю здесь. Мне вся... Тут генерал. Хотя можно было в городе оставить. Я тоже так. Три эти МКГшки культурные рядом стоят. Прикольно. Да. Прага хочет дорогу. А Братислава денег. В общем, надо бы мне культурные ГГшки друзьями сделать. Но, блин, дорогу так вести неохота. Хочется построить уже чисто гавани. Потому что тут мне не нужны дороги вокруг городов по-хорошему. Зря я поплыл, в принципе. Я не думаю, что там слишком большая армия кельта, и вряд ли он прям пойдет меня захватывать, и тем более тут я очень могу долго оборонять Петербург. Если что, он пограбить тут может, конечно. Блин, ну зачем присоединили джунгли? Так, ладно, давайте лесопилки построим. Нашел острова, где 4 шоколадки в ряд просто стоят. Офигеть. В Софию караванчик бегает. У кельта в Софию караванчик бегает.
что, мачу своими силами строишь, или у тебя просто горы нету? Сириус. А что, ты у меня сейчас урвешь, да? Не, ну у него, у Нанта точно есть гора. Нет, у Нанта... он вышел давно и строит. У Нанта, кстати, и Петра, возможно. А, он Петру и строит в Нанте, блин, я не рассмотрел. Так можно мачу строить. Строить. Смело. Нет, так я только один город его вижу, можно в каком-нибудь другом городе и мачу строить, что ты... Да нет. Я специально на англичанина не нападал, думал, он мне чудо какое-нибудь построит, а? Вот ни одно не построил. В смысле специально не нападал? Это... Ты его, по-моему, на ходу... Каком? На 40-м, по-моему? Нет, я же специально не напал. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а продолжение будет завтра. Меня зовут Алексей Халецкий, и я тот классный парень, который сделал для вас это видео. Поэтому не забудьте поставить лайк и поделитесь им с друзьями и знакомыми. Таким образом, мое творчество распространится, и о нем узнают другие люди. Ну а сейчас вокруг меня где-то вот тут вот появляются ссылки на другие мои видео, которые я вам рекомендую посмотреть. Кликайте прямо на превьюшку и перейдете к ним. А на этом все. Спасибо и до следующих встреч.